погнал однажды чеченец золотого ерша. Ну, собрался жарить, золотой ерш человеческим голосом говорит: «Ты давай меня не жарь, а я лучше тебе исполню одно желание. Одно, но красивое». «А какое желание ты можешь исполнить?» «Ну вот, говорит, на прошлой неделе меня азербайджанец поймал, я ему $1 000 000, например, сделал. А у тебя какое желание?» «Ну, желание у меня одно. Ты мне адрес азербайджанца дай».